Йоу! Всем привет, ребятушки! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить Super Liminal! Мать его! Мы остановились в прошлой серии на том, что сюжет начинал закручиваться все более круче, и мы начали ходить, короче, через маленькие дверки, которые нужно было увеличивать. Короче, остановились на том, что звонит будильник, и у нас снова 3 а.м. Что ж, айда! Айда, дальше. Активирован протокол аварийного выхода. Пожалуйста, приготовьтесь выйти из Somnatic Subtract через 10-9. Somnascrupt. Ошибка. Ориентировочный протокол зафиксировал ошибку. Идет анализ, ждите. Короче, какая-то анализ ошибки завершен. Вы демонстрируете симптомы, свойственные для повышенного чувства страха, отчаяния и подавленности. Это невозможно. Доказано, что терапия Somnatscrupt помогает заглушить данные эмоции. Блядь, да что ж ты, ну... Гипотеза. Пациент не справился с ориентацией. Заключение. Невозможно. Переформулирование. Улучшенная гипотеза. Пациенту требуется дополнительная терапия Somnascrupt. Заключение. Невозможно активировать протокол аварийного выхода. Протокол аварийного выхода был аварийно уничтожен. Инструкция. Все ресурсы для ориентации исчерпаны. Продолжать терапию Somnascrupt бессрочно, в независимом порядке. На этом стандартный ориентировочный протокол завершен. До свидания. Это что, я типа во временную петлю типа что ли залез? 3 а.м. Нихуя себе. Здравствуйте, блядь. Короче, сюжет закручивается все интереснее и интереснее. Головоломки становятся все тоже интереснее и запутаннее. Так, а еще я видел сообщение на листке бумаги, что reception is real. Реалистик, типа реалистичный reception. Блядь, серьезно, что ли? Ага, я понял, это на скорость. Короче, мне нужно тогда бежать. Я не успеваю, видимо. Я не успеваю дойти до какой-то... Вы что дрочите-то меня, блядь? Все, пизда вообще. Уже пикать начинает прямо на выходе. Наркомания подъехала. Здравствуйте, блядь. Нихуя себе. Сказал я себе. С дуба падают и листья ясеня. Сука, сколько можно-то, блядь? Что здесь хотя бы? Диет сода. Какая-то у них тут тусовка, что ли? Или вечеринка, или типа того. Постойте-ка, дайте-ка я осмотрюсь. Больно уж интересно. Какой-то павильон. Такое ощущение, что это какой-то, знаете, киношный павильон. Вот, типа того что-то. Так, теперь-то что, все? Все реально? Или что? Или все? Или опять кирпичная стена? Сейчас опять запикает и пизда. Опа. Интересно. Постой-ка. Вот это уже интересно. Ха-ха. Хуякс. И мы опять
вбрасываемся в какие-то... В какие-то штуки. Что это такое? Кисть... Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Спасибо за прохождение стандартного ориентировочного протокола Somnoscript. Прежде чем начать первую фазу терапии, я бы хотел кратко объяснить ограниченную и хрупкую природу сновидений. Ну давай. А, все, объяснил нахуй. Понятно, я зациклен. О-о-о-о-о! Ёб твою мать. Гравитация изменилась, блядь. Блядь, какая жесть. Давай задом вот так пойдем. Так, теперь я так понял, что... Приколы с гравитацией... А, вот куда. Приколы с гравитацией будут. О! Так, здравствуйте. Я бы хотел... Я бы хотел как-то отсюда выбраться. Можно, пожалуйста? Вот, да. Вот как-то так, только вот не так, а... Вот так. Да, все правильно, только вот туда я хочу. Под острым углом. А, я так не могу. Блять, что ж такое-то? Как вот так, например, а? Эть, нет. Ладно, мы тогда как-то вот так сделаем. Сука, ей тоже не канает. Ну-ка, ладно, вот так. Что? А, подожди, а это что такое? Здесь этого раньше не было. Ебать, наркомания. Короче, чем дальше сюжет идет, тем больше какая-то наркомания это кажется. Уже, блядь, просто какие-то комнаты перевернутые начались. Свист. Разумеется, нет ничего сложнее, чем стабильная перспектива или фундаментальные изменения в восприятии, в результате которых вы сталкиваетесь с устрашающими испытаниями, пройти которые по-другому невозможно. Это что? Типа луна, что ли, блядь? А, привет. Это я вышел опять с потолка. Так, интересненько, давай-ка. Давай-ка вот как-то... Стоп. Вот. Ой, блядь. Сука, как интересно, а? Объёбывают, а? Как интересно, объёбывают. Так, хорошо. И вот здесь я уверен, что это все неоднозначно. Это, скорее всего, тоже объебут меня. Ебать! Блять, какое наебалово. Я же говорил, только об этом сказал. Что все это наебалово. Дайте я уйду отсюда. Все, уменьшили к чертям. Давай глянем. Exit temporally move. Что? Move it. Выход переёб, твою мать. Выход переехал. Говорят нам. Запад-восток. Чё там? Наебалово, да? Здесь чё? Здесь ничего. Какой-то кирпич, смотри, маленький. Или нет? Да, какой-то мелкий кирпич.
Так, обдолбанные. Обдолбанное восприятие. Опа, вижу. Обдолбанное восприятие. Давай, давай, хорошо. Сколько? 0303. 0404. 0505. Хуяк, вышли. О, что там такое? Все, начались приколы с водой, да? Ха! Ага, все понятно. Вода это наебалово. Вода это все наебалово. Так, дорога что-то там. Окей. Сохранение. Давай взорвем. Все, взорвали. Что-то там каждый раз взрывается, что-то я так и не понял, что. В конце игры, наверное, скажут, что там взорвалось. Ёб твою мать! Какая же это все обдолбанная игра, ты смотри. Бам, и оно просто превратилось, охуеть. И главное, комп-то не лагает. Ну, то есть, настолько это как-то оптимизировано, что вообще ничего не лагает. Вот у тебя, бам, стоит какой-то объект, ты его только-только поставил, начинаешь обходить, а он, бам, и уже вот в такую хуйню превратился, в текстуру просто, которая размазана по полу, это же жесть. Так, окей, что ты скажешь? Наконец, стоит отметить. Мы понимаем, что каждый пациент уникален, однако вы должны осознать, что полностью исчерпать запас ваших сновидений вполне возможно. Вы погрузились в состояние, которое невозможно, от которого невозможно пробудиться даже с помощью специальной аппаратуры. Вы запёздываете, господа. Вы запёздываете. А я продолжаю гулять по этой наркомании. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Ха! А, сука, не смог. Так. Там вот интересно, но давай я сначала схожу, наверное, сюда. Потому что здесь, я уверен, тоже какое-то обдолбанное дерьмо. Кстати, да, я тоже замечал, что в сновидениях как-то немножечко все странно выглядит. Простите, что? Если вы смотрели фильм «Начало», то вы понимаете, о чем я. В данном эпизоде этой игры мы наблюдаем вот что-то подобное, какие-то явления, как и в начале в фильме. Тоже что-то непонятное, какие-то что-то с чем-то. Так, подождите-ка. Что это вот? А, все, я думаю, блять, а что это за там внутри, что это? А это, оказывается, это же комната, это просто типа дверь, ведущая в никуда. Точнее, все туда же и ведущая. Блять, когда это все кончится-то, сука? Это наркомания. Охуеть. Спорим, я сейчас спрыгну и изменится перспектива, то есть я начну падать туда, короче, вперед. Спорим? Блять. Нет, не угадал. Ладно. Блин, музыка какая-то прямо напряженная. Сколько? 3 АМ. О, что-то чуть-чуть подлагивает. Сейчас что-то. А, все, вот почему подлагивает. Да-да-да, я понял. Опа. Интересно. 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 Опа.
Интересно, интересно, нас наебывают. Нас ведут. Нас ведут. А случайно ли я не хожу кругами, блядь? Подожди, раз, два, и получится раз, и два, и здесь, ага, все, нас наебывают. Давай раздуем, давай просто вперед я пойду, мне интересно. Так, вперед. Оно открывается. А, оно закрывается. Оно открывается и закрывается. Стой, так, влево было. Вперед я хочу увидеть. Вот вперед. Блять. О! Окей, вперед. Вперед идем. Идем вперед. Короче, давай будем идти до того, пока я не наткнусь. Ага, вот. Теперь опять вперед. Так, вправо. Прямо, короче, пойдем. Ага. Лево. Лево. Прямо. Право. Лево. О! Вышел из этого, блядь, сука, ада. Пожалуйста, попытайтесь расслышать звук будильника, который раздается автоматически, если вы приблизитесь к дестабилизирующей чего-то там. Я этот будильник уже слышу, блядь. О, боже мой, блядь. Охуеть, ты только посмотри, какая же это, сука, наркомания. Сука, так выглядит, как будто, да? Стол. Бам, и все, и пизда. Ёбаный насрать. Жесть. Такое это наебалово. Вау. Как это круто, блядь. Ребзи. Охуеть, вот бы здесь фотосессию устроить, блядь. Класс. Было бы в жизни такое же место. Это где-то, наверное, какой-нибудь на... Чего, блядь? Я уперся в стену. Это как будто какая-то автостоянка какого-то Ашана, блядь. Смотри, сейчас опять... Я пойду, пойду, и опять стена будет, да? Бам, смотри, перспектива опять. Жесть, блин. И тут сейчас поплывет все. Блять, ну это круто, вы только подумайте, на такое место прийти. Это какая-то стоянка Ашана, блядь. Автостоянка. И хуякс, и все. Вот так, да, наркомания. Чистой воды наркомания. Сколько? 3 АМ. Лодинг! Что с тобой? От чего это зависит? Как-то скакануло оно, интересно. Как-то... Больно уж как-то, блядь, все тихо. Я только заметил, что у меня смаз по краям экрана. Типа, когда утром просыпаешься, у тебя, блядь, глаза еле видят, и ты такой весь... Что? Это крайне... Похоже, вы вошли в диагностическую среду Somnatics. У пациентов нет доступа к этому сновидению. Очень интересно, блядь. Сейчас какая-нибудь порнуха как приснится.
Надо, кстати, вот такую же штуку купить. Мне. Поролон. Звукоизоляционный. Диагностическое предупреждение. Нереалистичное использование объектов может привести к нарушению целостности сновидения. Да подождите вы, блядь. Дайте я зайду сюда, хотя бы гляну. Что? Что это такое? Кому это доставка? Ну-ка, давай взорвем. Ба-бам, блядь. Что-то опять взрываю. Так, окей. Еще больше, блядь. Сука, да что ж ты? Ага. Ну-ка, подожди, тут что? Все, это же комната, я понял. Окей. Там что? На там наркомания. Теперь я понял. Теперь опять мы уменьшаем это все дело. Вот до таких размеров. Стой. Айда. Выйдем на парковку. И чё? Не угадал? Музыка. Ебать, какое оно всё здоровое, кажется. Как они это оптимизируют так, чтобы как бы не глючило ничего? Это же по сути так-то... Нихуя какое большое, блядь, всё. Не дай бог я упаду отсюда. Бам. И вышли обратно. Так, ладно, давайте тупить не будем, попробуем. Там музыка, вот это что-то. Хочу понять. Шахматы. Диагностическое предупреждение. Возможно, протокол предотвращения парадоксов введен не полностью. О чем речь? Йоу. Это что, типа подсказка или что, блядь? А, подожди, вот инструкция же какая-то тут. Подожди, стоп. Дайте я посмотрю на инструкцию. Парадокс. Так, это же показывает. А, я эту хуйню должен с собой взять и нести? Пожалуйста, воздержитесь от опоздания. Это может перевести к взрывной перегрузке. Пожалуйста, воздержи от взрыва сновидений. О, блядь! Все пиздой сыпется. Да, это ж парадокс. Да, действительно. Взять это и пойти с этим. Ого! Блядь, побольше бы таких игр делали. Круто вообще просто. Так прям...
дает возможность расслабиться уму. Ну, лично для меня. Прямо что-то с чем-то. Ого, это что? Шахматы какие-то. А еще... Ого! Ёб твою, блядь. И, возможно, сейчас концовка будет вообще просто уморазрывающая. Типа, знаешь... Not an exit. Это не выход, типа, да? И концовка будет, типа, уморазрывающая. Типа... А мы вообще инвалиды, например. Лежим... Лежим в... Лежим, например, в коматозе в каком-то там, блядь, я не знаю. О, черт. В каком-нибудь, не знаю, в коме, блядь. Или я, может, создатель организации этой. Так, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Много лет назад мне приснился сон. Я оказался в каком-то месте, где мне стало ясно, все мы рождаемся из пустоты. Где все, что я воспринимал, принимало именно такую форму, которую я хотел. Пробел? Ёбнулись. White space, он типа сказал белое пространство. Ну, типа, вот где я нахожусь. Пробел! White space, блядь, пробел! Нет, это белое пространство. Давайте взорвем автомат. Все. Все как положено. Ресепшн. Что там впереди? Надеюсь, когда я умру, я попаду примерно в такое же место с такой же музыкой. Буду бродить, смотреть, искать. Встречу своих родственников. Давно умерших. Вот только не такое. Ого. Круть. О, нет! Так, опять подлагивает от объема чего-то. Сейчас что-то либо будет. Много деталей. Много каких-то деталей где-то. Что-то заспаунилось, короче. Очень много чего-то заспаунилось где-то. Ну-ка, может... Вот это? Нет? А что это такое? Это не выход. Ну, я вижу, это... Бокс? Что наверху? Хм... Так, что я могу взять? Я могу что-то брать? Хорошо, давай тогда, может, прыгнем на этот бокс, подойдем к нему вплотную. Хм. Странно. Ну-ка, может, вот это? Нет. Что с тобой сделать? Это не выход. Ну, а что это тогда? Допустим, это не выход. Ага, стоп. Я, может, по стопкам бумаг могу залезть куда-то? Вот это место сдублировано, типа оно похоже очень.
Может быть, разгадка здесь, в этой части комнаты? Странно. Что? А, ресепшн реальный. На бумагах написано ресепшн из реалити. Так, эту я хуйню включил. Может, сквозь стену пройти? Reception is reality. Может, куда-то спрыгнуть надо между бумагами? Может быть, тут что-то? И подлагивает, подлагивает. Вот прям вот в этой стороне прямо... Так, подожди, здесь вот прям 60 FPS. Здесь, и чем выше я голову задираю, тем все, 20 FPS. Короче, наверху, короче, весь хасл происходит. Все, я понял. Окей, а что-то может у меня... У меня нет, в принципе, никаких этих. Что с тобой сделать, блядь? What the fuck? Может, прям детально что-то навести на что-то надо? Not an exit. Думай, Сережа, думай. Может, ящики. Давай. Ящики. По-любому ящики. Что-то с ящиками связано. Давай. Ящики. Я сейчас проверю ящики. Какой там по-любому, наверное, можно взять. Что-то можно здесь взять. Я уверен. Кружка? Нет. Что тогда? Not an exit. Может быть, тут что-то? Может быть, наверху что-то? Сохранение? Что за сохранение? А почему сохранилось? Типа я что-то... Что-то активировал, что ли? Ты прикинь, сука, блядь, а? Хуй ведь увидишь это дерьмо. Давай спиной пойдем. Пиздец, реально, это кажется, что тень. Вау. Круто. Прям реально, ребят, душа отдыхает на такие пейзажи смотреть. Не знаю, как вам. Игруха на мой вкус прям ого-го. А то и все шутеры, хорроры, всякая такая, блядь. Бежать нужно. Тебя обременяют какими-то задачами. Ты должен прямо, блядь. Прямо будто в жизни не хватает этого. А здесь прямо ты... Нихуя себе. Тихо, стоп. Я понял. Я все понял. Стой. Сейчас все будет. Выход. Это я видел уже, да. Давай, ну-ка. Но белое пространство также поставило передо мной самое сложное испытание. У меня за спиной была целая жизнь, на плечах весь жизненный опыт. Я понял, что видеть вещи так, как мне хочется, уже не так просто, как раньше.
Знаете, ребят, мне кажется, что игруха-то не такая поверхностная, как кажется. То есть разработчик, возможно, тут сюда как бы действительно что-то заложил, какой-то такой смысл. Ну, философию какую-то, как минимум. Типа по концу игры мы все равно, ну как бы, сделаем какой-то вывод. Выключатель. Ого. О. Направо. И налево, давай. Белая лестница. Давай, я по ней. Что это за дерьмо? В смысле? А-а-а. Ебать. Окей. Давай. А вот она уже объемная, да? А вот она уже... Ебать, наркомания, жесть. Жесть, ну круто, круто. О! Действительно, что-то новое. Давно такого не было. Ну, лично для моего опыта. Давно я таких игрушек интересных не встречал. Что не какие-то шутаны, действительно. Просто которые... Что-то прямо... так, окей, и чё? Оттуда я упал, здесь я уже ходил. Давай посмотрим в окно. Синее, красное... Желтая, красная. Попробуем, давай тогда в обратную сторону сходить. Так, ладно, окей, давай тогда. Пойдем в ту сторону, в которую шли. Возможно, тут именно нужно несколько раз пройти это все. А может быть и нет. Нет, я, видимо, что-то не так делаю. Красное. Схватите. Схватите, я ничего здесь не могу. Какие-то углы. Ну-ка, может, углы? Блять, ох, боже мой. А, вон оно как. Ёптать. Нихуя себе. Блять, говорю, вот хер разберешь вообще. Все так выглядит прямо, блять. Казалось бы, стена белая. Ну, я ж видел сейчас тут, а тут оно хуякс. А оказывается, не все так просто, как кажется, блять. Так и чернота на... А, все, я понял. Сохранение. Черные серые дома. Блять, такая угрюмая вообще палитра. Жесть. Прям на как-то прям отражает на душевном каком-то этом состоянии. Вот поэтому все в России злые, потому что вот такие дома нас окружают, блять. Вы уже далеко за гранью сновидений. И с такой дали еще никто не возвращался, но мы надеемся, что вас это не остановит. Все-таки, если вся суть в перспективе, то стоит сменить точку зрения, и невозможное станет возможным. Разве не поэтому вы здесь? Йоу, мужик, ты прав. Вау. Кулер. Я вышел из кулера. Крутая хрень. Подожди. Да.
Там дверь, а здесь... Столы. Стол. А ты... А, это кулер, да? А-а-а, наебалово. Так, стоп. Ага, я понял. А-а-а, я взял, я понял, все, я понял логику. Реален пол тот, на который я ставлю шахматную фигуру. Окей. Блядь, чуть эту не схватил. Стой. Так. Как-то так. Бульк. Бумс. Что здесь? Ноль. Так, окей. Это нереально. Реально нереально. Так, а как я туда заберусь? Что-то мне не совсем понятненько. Не совсем понятно мне. Большой квадратик. Так, ладно. Попробуем. А может... Ага. Понял. Ага. Все, я понял. Я все понял. Стой. О, перебор. Ну и ладно. Сейчас мы... Понятно. Отойди! Отойди! Блядь, классно. Музыка тоже оформление такое прямо. О, тихо. Фу. Вроде нормально все, да? А здесь пол какой-то. Уху! Ебать, это вообще же обдолбанное дерьмо какое-то. Круто. Ты гляди просто, бом. Бом. А тут что? У-у-у-у! Это то есть то, что я вижу? Класс, как компьютер у меня не виснет от такого дерьма. Охуеть, классно. Супер, вообще. Круто. Просто наркомания жесткая. И комп, главное, не лагает. Интересно так прям, как они оптимизируют это все. Пи-пи-пи-пи. Будильничек. О-о-о-о, сколько? Два. Блять, я насквозь пролетел. Все, мне пизда. Сколько? 7:59. Восемь. Эй, 8 утра. После такой хуйни на учебу идти, пфф,
я бы проснулся и сказал, нет, после такого дерьма я уже точно никуда не пойду. Нахуй оно надо. Мне как-то, короче, снилось, когда я, короче, в шараге учился, что я, короче, опаздываю в шарагу, я быстро собираюсь, короче, бегу, и это все так детально, короче, я все делаю, короче, все собираюсь, это моюсь, там все, все так долго, короче, еду, опаздываю, думаю, фак, я же опаздываю. Приезжаю, короче, на пары, пиздых, просыпаюсь, короче, и понимаю, что я опаздываю, я такой, блядь, нет, второй раз я не поеду, ну, блядь, реально, я там так переживал, думаю, блядь, я не успеваю, просыпаюсь, и все, я опять по новой, я вернулся к тому, с чего начал. Сколько? 8 а.м. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирес. Вы уже, наверное, поняли, что все произошло именно так, как должно было. Видите ли, люди приходят в наш институт, потому что им кажется, что они потеряли контроль над чем-то важным. Но чаще всего проблема не в том, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, нельзя решить. Проблема в том, что мы так боимся провала, что отказываемся смотреть на проблемы с другой точки зрения. Поэтому делаем одно и то же, снова и снова, снова и снова. Именно так, разумеется, приходим к провалу, которого боялись. Я же говорил, что какой-то смысл, блять, в этой игре есть. А не простое какое-то... Это не простая игра. Жесть. Экскурсия, краткая экскурсия по уровням. Круто. Бля, музыка вообще класс. Жизнь — это всегда борьба, и в ней всегда есть проблемы. Но сегодня вам выпал шанс посмотреть на нее под другим углом. И хотя вам пришлось столкнуться с преградами, преодолеть которые поначалу казалось невозможным, вы вышли за рамки... Если вы смотрите на жизнь под другим углом, вы понимаете ее истинную сущность. Если вы двигаетесь вперед, то неважно, насколько далеко вы сошли с указанного пути и какие неожиданности вас подстерегают, вы уже нашли свой путь. Круто. Через несколько минут вы вернетесь в реальный мир, и вам даже может показаться, что это была одна большая иллюзия. Так в чем же был смысл всего этого? Однако, как и сила перспективы, ваше путешествие было реальным ровно настолько, насколько вы хотите. Осталось лишь одно — открыть глаза. И титры. Бам! И просто аплодирую. Круто! Просто охуенно! Без преувеличения. Давно я в такое не играл, ребзя, прям до глубины души. Реально, как бы помимо геймплея, летсплея и вообще разминки мозга, тут еще и заложен какой-то философский смысл. То есть, действительно... Автор пытается обратить внимание на какие-то вещи, которые люди просто не замечают. В общем, мне игруха понравилась. Ставлю ей 9,5, наверное, из 10, потому что она на разок. Ее, в принципе, можно при желании за раз пройти, за, допустим, один вечер. И
нравятся вообще такие игры, которые сел, прошел, и ты как бы усвоил все. Нирванная получается история, что ты садишься, так, в чё я там играл, там, по-моему, что-то было в прошлой, там, ну, допустим, именно не по выпускам, я имею в виду, играть в неё, а если вот человек садится вечер, да, поиграл там часа 3-4, прекратил, потом, допустим, через пару дней опять садится за неё играть и вспоминает, а что там было, ну, то есть уже рваная история, так же, как и фильмы смотреть, если не в один заход, это как-то, ну, уже не то. Игры такие люблю, сел, прошел и как бы усвоил все, что есть, и... Помимо наркомании, которая оказалась поначалу, там, говорю, в конце еще и вот товарищ как бы обратил внимание на такие жизненные вещи, что люди очень сильно заморачиваются за какие-то проблемы, которые по сути как бы особо не играют роли. То есть не нужно, короче, заморачиваться за проблемки. В общем, ладно, ребятки. На этом давайте и закончим. Если понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делитесь роликом с братюнями. Также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и стримы, уже хотел сказать. Ссылка на плейлист в социальной сети и Discord в описании под роликом. Ну а на этом у меня пока что все. Увидимся с вами в следующих прохождениях, в следующих играх. Всем пока!